когда я впервые услышала про кинофестиваль DocuFest в Косово 4 года назад, я представить себе не могла, что смогу там оказаться. И вот я здесь, в городе Призрань, на одном из лучших фестивалей документального кино в Европе. Как и любой хороший фестиваль, DocuFest — это не только фильмы. Это еще и мастер-классы, дискуссии, презентации, выставки, вечеринки. А еще DocuFest — отличный повод съездить в Косово. Страна с удивительно гостеприимными людьми и интересным сочетанием традиций и современности. Только помните, летом в Косово очень жарко. Больше всего на фестивале мне запомнился подъем на крепость Калая, где показали фильм Шанталь Керман с Востока с живой музыкой. Мне было любопытно узнать, что другие думают о DocuFest'е. Однако в фестивальной суматохе я забыла нажать на кнопку записи звука. Но я помню, все ценят фестиваль, потому что он помогает строить сообщество. Город живет фестивалем. Люди обсуждают фильмы вместе с их создателями, учатся, открывают новые миры благодаря кино и вместе ходят на вечеринки. DocuFest — лучший фестиваль, на котором я была. И мне очень не хотелось, чтобы он заканчивался.